Всем привет! Сегодня мы расскажем о 5 гаджетах, которые будут полезны на кухне. Синда гриль. Представляю вам гриль, которому просто нет равных. Поместите в него любое мясо или овощи, неважно сырые или замороженные, а все остальное он сделает за вас. Ваш стейк будет приготовлен с точностью в 1 градус от желаемой температуры. Синда гриль не только приготовит, но и подсушит ваш стейк, если в нем слишком много влаги. Гриль имеет антипригарное керамическое покрытие, и вам не нужно использовать масло. После готовки просто протрите поверхность гриля бумажным полотенцем. Через приложение вы можете узнать толщину вашего стейка и время его приготовления. Даже если вы оставите гриль без вашего внимания на 2 часа, вы все равно получите идеальный стейк, а Синда гриль будет поддерживать его теплым до вашего прихода. Стоит такой гриль $500. NatraMilk. Устройство позволяет приготовить ореховое масло или молоко. Если вы любите ореховое масло, но у магазинов слишком много консервантов, тогда вам поможет NatraMilk. Устройство приготовит масло практически из любых орехов всего за 10 минут. Готовить ореховое молоко в домашних условиях обычно занимает много времени. Только представьте себе весь этот процесс. NatraMilk легко решит эту задачу. Просто добавьте ваших любимых орехов, налейте воды и нажмите кнопку. И все готово. А после приготовления вам не нужно мыть гору посуды. NatraMilk удобен как для домашнего использования, так и для применения в вашем кафе. И позволяет приготовить большое количество продукта за один раз. Стоит такое устройство $270. Чип. Интеллектуальная компактная печь без труда приготовит вкусное печенье всего за 10 минут. Чип контролирует температуру выпекания и позволяет получить печенье в точности по вашему рецепту. Вы можете использовать тесто собственного приготовления или заказать готовое тесто чип на ваш вкус или специально для вашей диеты. Приложение Side Chef позволит легко управлять процессом приготовления. Вам даже не нужно заботиться о времени и температуре выпекания. Чип сам распознает консистенцию теста и задаст нужный режим. Чип занимает мало места на вашей кухне, а после приготовления он избавит вас от мытья больших противней. Стоит такое устройство $129. Egg Cooker. Устройство позволяет сварить сразу несколько яиц, приготовить омлет или яичницу, даже не используя масла. Все, что необходимо, налить нужное количество воды и нажать кнопку. Специальная форма позволит сделать вкусную овощную запеканку всего за несколько минут. Все элементы Egg Cooker можно мыть в посудомоечной машине. Стоит такое устройство $25. Prep Pack. Устройство представляет собой стильный и удобный ланчбокс. Prep Pack состоит из кейса, набора различных контейнеров и столовых приборов. Выбирая нужные по размеру контейнеры, вы легко уместите ваше обеденное меню. Контейнеры изготовлены из высококачественных материалов и безопасны для пищи. Кроме того, они не пропускают воду. Приложение для смартфона сделает приготовление обеда увлекательным и поможет подобрать набор продуктов для различных диет. Все рецепты подобраны с таким расчетом, чтобы еда уместилась в наборе контейнеров. Приложение также посчитает количество калорий, которые вы потребляете в течение дня. Купить такой ланчбокс можно за $80.
Если у вас на кухне есть интересные гаджеты, напишите об этом в комментариях.